Ту потерял, пидор! Что делается? Блин, ребята спрятались по домам, нахуй. Их слишком много. Поверни, блядь. Стоп, а где бомж? А где бомж? А, вот бомж. Так не спрятались, блядь. Их, блядь, завёл. А, не спрятались? Да, их тут мяу завёз, блядь. Лесоруба убили! У, мрази! Тут еще один охотник возле кубика. Никто не заметил? Или он пусть будет сам? Пусть будет. Он не успевает спрятаться и остается на поле боя. Но все равно напуган. А Альфастро... Короче, Серж, он на дереве или под деревом этот ебучий кот? На дереве. На дереве? Гук. Аккуратно, эти гуки на деревьях. Понимаешь? И при этом все равно меня попала стрела. Я одет, наверное, Вьетнам там, короче, вспоминал. Алло. Ну чё вы? Почему дед не вспомнил Вьетнам, когда котик на дерево залезал? Я, Астольфа, делаю вид, что упал в обморок на дереве, и при этом остаюсь на нем. На дереве? Это куст. Это дерево. Это куст. Это дерево. Это дерево, ты что, дерево? Это дерево. Это дерево. Да, это дерево. Да, это дерево. Точно? Куст, вот он поменьше. Ладно, поверю. Вот это кустики. Поверю, ладно. Я делаю вид, что... Сделал вид, упал с дерева. Знаешь, как этот? Как из Шрека второго, знаешь, это вот как от камня потерял сознание. Упал. Толстый такой. Я понял. А кошки всегда на лапы падают. Минус руки и ноги. Минус одна жизнь. Отнимайся хп. У тебя 10 хп, полуприсмерти. Так, ну, бля. А где хп написано, подойдите? Или не ты. А меня, кстати, еще никто не ударил за весь этот бой. Просто сдался и все. Ну все, короче, ты теряешь сознание. Нормальный человек не будет спорить. Дальше, давайте, кто еще? Антис не сходил? Мейлин. Антис сходил? Угу. Давай не можем смотреть дальше, разбудите. Я бегу вот к этому бандиту. Я насколько далеко могу отсюда убежать? Где ты стоял? Вот он я. Сколько у тебя? Ты можешь на 4 кубика подойти. Пацаны, бой закончится, разбудите. Мы тебя не будем. Если не проснешься, я убью. Водичка болела. Не, стой. Раз, два, три, четыре. Вот так. Допустим. Все, да? Мне кажется, что это все, да? Ну, я сходил. Теперь ход людей. Ну, в смысле, не людей, а граждан. Не люди, блядь, они уже не звери. Рич бежит, короче, к тебе ближе. Ко мне? Да. Мой дружаня, да. Я ему показываю это, знаешь, это по голову. Да, а почему я тебе беру одного, а не берутся двое, оба? Так ты отожми. Нет. Видишь, типа, я беру одного, они а оба... и они там они совмещены, да? Да вроде нет. Да, они совмещены. Как разделить? Это разведчик, это братья-разведчики. Шаман Кинг! Шамана! Блять, шаман черный. Не, белый, ладно. Ржуна сейчас проснулся.
Этот, как, короче, встал, бежит к ним. Он, типа, драться. Жесткий. Как бежит, у него нога прострелена. Идет, ладно. Ковыляет. Ярость. Истинный боец. Не то, что вы, блядь, по деревьям лазите, пидорасы, ебучие кошки. Так, все, да? Поэтому я не люблю зверолюдей. А, еще охотник. Охотник пытается убить бандита. Добить. Убить. Убить, понял, да? Так, кто там на перекрестке? Там никого, там только дом. Сука, не, ну он, конечно, может выстрелить в обратную сторону. Косоглазие, блядь, у чувака. Почему бы и нет? Ломает лук. Охуенно. Минус лук. Так у них же арбалеты. Это ж охотник. У него лук. Мы все арбалеты. Конечно. Там что, провод? А там другой охотник. Красава! Да! Деритесь! Отсюда. Скинку прячется. Бандит, который при смерти пытается, вот тут вот лечит такой, лежит, отдыхает. В то же время разбойника вы уже видите здесь, который был там. Лучник пытается убить оруженосца. А он близко, 5+. О боже. Бедный. Куда? Бедный. Опять в ногу. Правая нога, левая, все, без ноги. Оторвала левую ногу. Калека теперь. Калека. Инвалид. Бандит в то же время подходит такой, типа, ля, давай сюда. Но он, типа, тоже такой, да не, дерется с ним. Так, чего он ему сейчас отрубит? Очко, почему не очко? Давай очко, там очко есть. Рубит ногу, бандит контратакует тоже. О, злость! Ой, вот это злость! Аж умер от злости. Сгорел. Да, он... минус сердце. Он крови испугался. А! Коллега, победитель. Кто еще? А, еще эти. Лучник. Лучник глядит, допустим, в Антиса тоже. Он здесь, типа, стоит так рядом. 6+. Косоглазие. Стрела отлетает чуток налево. Так, теперь в кого он будет стрелять? В главаря или в Каджита? Каджит это один, главарь это два. Бля, не надо. Два. Фух, слава богу. Главаря. Вот так вот тогда уже. Ничего нет. Ты какая же ты спасен. В ногу. Ааа! Та за мудак! Лук прячет за спину. Не-не-не, начальник! Ваш. Я нам никого нет, это не я. А я могу ходить и стрелять? А могу я сейчас сходить? Чтобы попробовать. Меня хватает только на выстрел. Мне хватает только на выстрел, да? Да. Блять, сука, тяжеловато будет садку. Ну давай, я, знаешь, короче, этот, двойную стрелу заряжаю. Давай, заряди. На двоих, знаешь. Последний. Это... давай. Левую ты промахиваешься, правую ты попадаешь в алибарчик. Куды? Хоть бы очко ему прострелил. Блять, голень на, минус колено. В ногу. У него-то, по-моему, уже обе ноги прострелены, блять, он на коленях ползает. Пикает копьё. Блять, бедный алибарчик, как я ему не завидую. Ладно, этот отъехал быстро. Двое при смерти, брат, бандита.
Дальше. Слышишь, блядь, Каджит, разбуди своего друга, блядь, ебучего. Ты к нему попал. Алло, я тут, а. Слышишь, алло, 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 шутмел. А я могу сейчас попробовать убежать без опас, но как-нибудь? Безопасно, да, можешь. Ну, я заранее. Он, знаешь, ему по лени попали. Стена огня, которую закастовал этот ебучий, блядь, маг. Ну, я туда побегу, не знаю. Да, охуенная пробежечка, блядь. Будешь пытаться? Ну, давай попробуем. Кинь больше, чем я. 10-4, ты проиграл. Давай, давай, кидай. Блядь, я плохо бросил. Он тебя прижимает к себе, нет. Блядь. Языком за ушком. Что у вас за мысли просто? Так он спиной ловит, не забывай. Антис. Шо? Давай, хоти. Я тебе такой. Все в атаку! Кидай кубик. С тобой все в порядке? Сейчас будет опять один. Ебать! Дядя! Вылетает как бомбы просто из-за этого здания. Кувырочка! Кувырочка! Вот этих двоих голубков. Не, эти голубки не слышат, они там обжимают за Шаман Кингом играют свои. Он показывает ему своего шаманчика. Своих духов там. Духи друг друга нюхают. Вот разведчик тварь, а. Лесоруб мертвую руку поднимает. Кайф. Коллега, встань. Мейлин, ходи. Почему у нас Джон опять ливнул? Да он уже давно ливнул. Он при смерти лежит, ему зачем? Ему норм. Да. Деревянный щит, блядь, нахуй защищаться. Можно ловить ебалом. Это щит был? Да. Ебало крепче. Щит был посильнее. Щит голову не кроет. Ну шо там, дядя, шо на 12 у него? Он чего? Хорошо работает. Мейлин. А, ребята выбежали, да, наши? Да, Мейлин ходит. Так. Я вот к этим. Мерлин, давай! Допустим. Сюда. Все, дальше. Кто еще остался? Все? Больше никого не осталось у нас. Дворф стрелял двумя стрелами сразу. Крестьяне. Короче, вот эти двое голубка пытаются подбежать, вытащить своего третьего голубка. Они чтобы хотят показать это... шамана? Шаман Кинг! О, да. Взгляни вокруг. Не, это был бандит 12, который выкинул. Он убивает шаман. Не, стой, сейчас я... 1d2. Кого же он убьет? Это один, да? А, нет, это один, да, это один. Только они неразлучные, они этот попугайки не могут идти без друга. Подожди, а какой? Подожди, а кого они выносят? Дядя, кого они выносят? Руку. Ой, я случайно бросил. Подожди, а кого? Подожди, они пытаются отнести нашего, да? Да. А кто им мешает? Лучник? Они его в руку бьют, что ли? Лучник мешает? Или кто? Да, лучник. А. Критическое попадание по связкам. Артерия выбита. Так, еще. Что еще? Заметили? Охотник. Охотник. Перед бандитом просто еще один бандита. Перед бандита. Так этот мертвый уже, он такой... развалился. Промахивается. Зачем это? 20 тоже лучше. Да не, 12. А, еще вот этот, да, 5 тоже. 14. 8. Попадает. Куда?
Ебать, минус очко, ребята, его очко уходит в зрительский зал. Насквозь. Теперь у него железный член. С оперением, нахуй. Начальник, ты только уже кончилось? Дядя, ты там пытаешься в себя прийти или нет? Блядь, без сознания валяюсь, ты шо? Ну, блядь, сон там себе приснится. Голос. Что-то мяу. Я пытаюсь выйти из бессознательного состояния. Пытайся. Пытаюсь. 10 плюс. 2. Мама упал нахуй! Нет, сверху падает ветка прям на него. Это надломлено после его сидения. Я понял, ухожу еще на 10 минут аниме смотрю. Давай. Подумай над своим поведением, кот. Так, теперь бандиты. Бандиты. Бандит, бандит, бандиты. Вот этот бандит, короче, достает лук и пытается попасть в охотника. Жестко. Жестко, у него щит. Жесткий. А, он достал. Попадает. Это он вот так вот? Кстати, а эти-то чё? Вот в этого. А, нихуя себе. О! Бля, ну здесь типа спорно, конечно. Да, скорее всего, он вот так стрелял наискось, знаешь, типа из-за угла. Нет, он в этого. Значит, Мейлин попадает. А, в Мейлина попадает? Куда? Какого Мейлина? Вот сюда он стреляет, алло! А. Да-да, он стреляет сюда, не забывай. Нихуя себе, вышел в дверной проем дядя, положил такой меч, щит снял, достал... Достал стрелу, тетиву натянул, а мы смотрим. Выстрелил в стену. КТП. Ну да ладно, не будем. Почему? Не будем так реагировать. Помогите, у охотника был хак. Да. Выха. Темная магия. Кидай темный кубик на темную магию. Так, этот у нас убегает. И этот тоже. Что еще? Давайте этого в плен возьмем и начнем насиловать по очереди. Допрашивать. Не надо. Надо, надо, Федя. Промахивайся. Инструменты готовы. Я его перепью. Он умрет от алкогольного опьянения. Песень посадит. Так, я вроде как час назад говорил, что я буду сейчас всех кикать за говно. За что? А что случилось? А что было? За низ... Кто, ну, типа, мешай. Так это рофл. А, это охотник? Ваш ход. Наш ход. О, можно я? А Рич не ходил. А, Рич ко мне. А я могу опять попробовать безопасно выйти? Почему бездомный не ходил? Почему крестьянин стоял на месте? Почему враги не ходили? Вот Гавари, бандит, лучник. Они тоже не ходили. Им же еще под... Это... А, блядь, точно. А я могу? А, ну да. Эти, короче, оттаскивают. А, они... Голубого. Да, такие. А эти... Эти можно стрелят? Так стрельнуть, дядя? Вот-вот-вот, вон туда, вот так вот, знаешь, через дом. Вот так вот. Наугад просто. А навесиком можно вот так вот? Да, можно. Вот чтобы, знаешь, не вот так вот, а вот так вот, вот прямо, чтобы через вот этого вот, и прямо там. Дальше уже не важно, то есть, нет, вот так тогда. Чтобы стрела закрутилась. Да, можно. Рикошетом по поиску. Не-не-не, я не хочу, я прячусь за трубом лесоруба. Не! Разбуди. А можешь так? А чё, можно? Да, можно. Бля. Не-не-не. Бам, нахуй. Бум. Только там каджет стоит. Кого?
Я вообще хотел попасть в главаря разбойников, потому что это, о, знаешь... ну Соколиный взгляд такой, каджета держит. Кидай. А, там кого, да? Один это каджет, два это главарь. О, да. Попадаешь, допустим, давайте куда. Минус рука. Которая, знаешь, которая держит, знаешь, такой. Да. Ну, нормально. Каджи? Я пытаюсь убежать. Ну, пытаюсь убежать. Как именно? Просто бежишь или что? Ну, типа... Хвостом виляю. Я, короче, разворачиваюсь ему, беру в нос, ударяю и убегаю сюда. Дерись, дядя, дерись, сука! Ты что, дядя, у меня оружие нет. Дерись, бля! Пытаешься, давай, 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 кидай кубик. Один, уже знак. Нормально. Сколько у тебя удачи? Четыре, что ли? Ну, да. Ну чё, пацаны, даем ему шанс? А, самодельный... Не, не даем. Не даем, мы его... Не надо, пацаны, пощадите. Так не у него уклонение 30, дядя, у него уклонение 30. Ну, кстати. Да, 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 да. Убегаешь, бежишь такой, хоба на ля. Здесь такие два пацана такие, здорово. Отдышка такая. У пацанов. Здорово, братись. Лоб, что мы подошли из-за угла. И ты такой с удочкой, знаешь. Я ебучий рыбак, блядь. Где тут ближайший пруд? Не подскажите, пожалуйста. Вытяни у него руки из рук. Вытяни у него руки из рук. Ты ловкий, дядя. Но... Ты зачем себе нет. Ловкость качал? Бери удочку, вытягивай. Ловкость, делай, дядя, делай. Дядя, бля, тут же ОД есть у меня, нет или как? Или вообще похрен, если оно или как? Окей, подожди, выхватите, я пытаюсь удочкой выхватить у него лук. У раненого. 10 плюс. Давай. А, давай, кидай. Почти, дядя, почти. Почти 12. Почти 12. Не получилось удочкой выхватить. Обмен такой резкий. Это мое, это твое. Антис. Я кричу вам всем. Давай орать, ходи давай. Уши болят. Вы не жильцы, бегите, глупцы. Кричу на главаря. Кидай. Ого. 11-12. 11? Нет. Нет. Ну, мне интеллект, я им интеллектом задавливаю. Я тебя не понимаю твою речь. Бегите, глупцы. Умён. Бля, просто прикиньте, такой котик, знаете, бегите. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Дальше кто еще? У нас темный эльф, темный эльф. Мейлин, давай. Разбуди ты этого ебучего кота! Сейчас там, блядь, сдохнет в гидрополохе, блядь. Я пытаюсь разбудить Астольфа. Пытайся. 9 плюс. Нормально, кино. Саш, подпрыгнул, блядь. Ура! Астольфа! Не получается. Просыпайся! По лицу убей, по лицу. Ты уже кинул, в смысле? Все. Просто. Не получилось. Все, да? Теперь боты. Вот эти боты, нет. Шаман! Жесткий бежит, короче. А, и его брат тоже как бы такой. Нет, я с тобой догоняю. Ты тебе пиранин. Возвращайся. Бездомно бежит мыться в то же время. Сука, я знал, что тебя нельзя было брать в армию. Сука, где нашли, там и положили. Вынули его, чтобы я постоял, он обратно прыгнул, паца. КТВшник, да? Бандиты. Так, эти отходили. Подожди-ка, дядя. Арич. Чего? Арич. Рич стоит, тебя охраняет. Ричи, не воюй! Че, хуй меня охранять?
Ногами. А, еще этот. Еще и этот охотник, еще и этот охотник, который ранен и испуган. Еще и бандит-лучник. Ну это подожди. А почему вот этот охотник испуган? У нас же там... Не, он бежит. Он молиться побежал, блядь. Грехи запаливать. Стоп. Антис критически заорал, чтоб вышел охотник. Чё ж он испуган-то? Блядь, по нему стрелили, блядь, на десяточку прострелили, блядь. Это вот этот. Окей. Да. Бля, какой крестьянин сексапильный. О, да. Подожди-ка, а это не брат Джона? Промахивается кого? Это не брат Джона случай, блядь. Джон немного бородатый. Ладно. Так, теперь эти бандиты. А охотник, ну. Бежит, короче. Подальше. Этот заставляет, короче, пика такой. И тоже боком. Типа такой хоп-хоп-хоп. Бочком. Раком. Знаешь, класс. Лучник пытается, ну, типа, идет такой, ля, и целится в него. Жесткий. Пытается попасть. Прощайте. У тебя ловкость, дядя. У тебя ловкость, дядя. Сейчас он бросит, и я попробую вернуться. Критически насквозь выстрелил. 12. Котик теперь кастрированный. Окей, кинь кэбиш 10. Я вернуться могу? Хотя 10 плюс. Ну давай. Блять, я хотя бы шанс даю. К сожалению, не получается. Что мне так не везет? Кастрирован. Больше не заглядывай в наш бордель. Так, а сколько ему урона? Всё, подписал. Сколько... А, так много ты ему. А? Ты... А, блядь, стой, это не то. А, вот оно. А кто у нас уже умер, блядь? Кто там? Серж, ты уже сдох, блядь? Ты с меткий, блядь, дядя. Полез он на дерево. Аутист, минус 35 урона. За меня записывай. У него лук, блядь, лучше, чем мой. Почему? И он еще и без сознания от болевого шока. Блядь, Серж себя еще и замутил. Так. Но в то же время главарь, короче, такой... Дядя, а почему у нас охотник ДЦП не стреляет? Он стрелял. Кого? Этот охотник не стрелял. Лучника. Это я стрелял вот так? Это не ты стрелял. Он тоже? Ладно, не буду спорить с ГМом, не буду, все. Он такой, типа, идет. Жесткий идет. Бля, если смотреть, вот знаете, вот прям к карте приблизить, вот так вот смотреть на это все, это слишком эпично выглядит. Чего начально спишь? Да столько трупов уже. Мне просто рано просыпать. Кого? Я тебя не видел, ты спать не спал. 5 часов утра. А так что? Он тоже почти мертв. Резус, замуть себя, если говоришь лишнее. Ветеран умер. Жалко ветерана. Да мне жалко вот этого и вот этого, блядь. Почему они с нами играют? Ваш ход. Наш ход? А меня? Давай, Ань. Да. Котик без яичек не нужен никому. Шутмя, вот это видишь? Не, ладно, белый, ходи первый, давай. Отойдешь, да? Иди спасай человека, и чё ты? Вот он лежит, грустит. Перед Ричем такой стал дяденька перед тобой большой. Так, молодой человек. Астрольфа. Я даю бы ей пощёчину. Ты его добьешь, дядя, не бей. Просто скрикричи на него. Очнитесь, тут твой. 12 убил его, нахуй. 6. Ничего не убил. Минус 2,5 хп, блядь, да? Прячусь за телом, Астроль.
спрятался. Давай, Гнимли. Можно? Лаки шот. Давай. Все, кидай мувики, смотри, он кидает. Делай мувики. Знаешь, я такой... Достаю из колчана такую стрелу, натягиваю ее вниз, смотрю такой, поднимаю, у меня борода развивается, сзади развивается, соски напряглись. Стреляю из сосков. Из сосков стреляй. Просто папу убьешь. Ну давай уже. Стреляю по главарю бандитов. Два. Мувик. Ого. Соски, главное, напрячь, ребят. Пяточку, нахуй. Это Эхиллес. Он кидает на уворот. 10+. Уворачиваться? Уворот, сработал. Да ну. Дальше. Почему я не сработал? Мелин. Я могу взять и использовать свою ману, чтобы Астольфа в сознание вернуть. А чё у тебя за магия? Взрывной кошмар, не мой! Давай! На него просто! На магию мою у меня не хватает, я могу... Типа отдельно использовать ману. Не, тебе нужен скилл специальный. Астольфа, если ты сейчас не проснешься, мы тебя по-моему кинем. Астольфа спит, он в кофе, по-моему, даже в Дискорде. Я пытаюсь вас выиграть, что мы тебя первым кинем. Как мешок с говном. Мы тебе лут не дадим. Опыта не получишь. Два. Сдох. Я его добил. Морально сдавил. Чё ты делал? Он накричал на него! Йоу, здорово всем! Здорово! Астольфа ещё и морально подавлен, да? А что вы играете? Из сознания, запятая, испуган! Товарищ, вы сейчас в ролку играете? Да, мы играем в ролку, не отвлекай, пожалуйста! Пиздец, блять! О, он вернулся, ребят! Он проснулся, он голос подал. Я пытаюсь выйти из бессознательного состояния. Подожди! Подожди, дядя! Сознание испуган. Испугали человека во сне. Ты спал еще испугался, обознался. Кошмар страшный приснился. Я понял. Кидай кубик. Кидай кубик. А кто сейчас? А, понял. 7. Сколько у тебя интеллекта? 7? Интеллект 4. А удачи сколько? 6. Блять, удачливая. У тебя 4, в смысле? У тебя 4 удачи. Нет, алло. Стой. Обманщик. Я про себя, Сержову. А, Серж про себя говорит. У Сержа 6 удачи, дядя. Это, блядь, тебе не хухры-мухры. А кто? Что вообще кто делает? Я кидал кубик на руку. На что? И без сознательного состояния. А, не! Не! Так, прекратите, дядя! Я все еще на бутылке сижу, да? Ты лежишь. Да что, понял, я не дальше аниме смотреть. Не дыши в микрофон, а зелтун! Блять! Я могу идти, да? Не, полежи пока, сейчас все равно. Стойте, у вас писалка идет. Да, у нас осталось немного. Твоим телом, не беспокойся. У нас кота кастрировали. Видный котик. Я понял, пойду еще один минут смотрю. А подожди, а Рич может поднять? Шатмяу. Что? Рич может этот пробудить Каджита? Не, это бот. А, он тупой, он идет бить. Он идет бить. Интеллект ноль. Что тут нахуй происходит, блядь? Надо было с самого начала тут быть. Блядь, ну я был занят сегодня. Антис, давай, теперь твоя очередь. Ну, потом.
Ну шо, я типа такой... Антидот. А у тебя нету манны. В атаку! Мы их сейчас поубиваем. Ты уже ходил, алло. Ты уже ходил, все. А чё вы сказали мой ход? Эльф подымал, эльф пытался его поднять. Дядя. Эльф? Антидот пытался. Эльф его подымал. Эльф сказал, что я его подымаю. Я его пытаюсь пробудить при помощи маны. У него Антис. Манна есть. Тогда ходил Антис. Нет. Да. Погоди. Стоп, я ману еще потратил. Я ману уже потратил. Как я мог, типа, использовать вот это? Это Инфантериес. Инфантериес хотел, чтобы... Хотел при помощи маны пробудить Каджита. Нет, это... Антис был здесь. Он пошел сюда и... Решил его, ну... А, Антис, да. Привести в чувство. Ну? Ну. Был ход. Окей. Мейлин. Да. Пытался, да, тоже? Ходил? Да. Кто еще остался? Чё, да? Что? А, кот. А, я остался. Ты что? Я красивый. Без очка. Я забегаю за этот угол и пытаюсь перевязать раны. Тряпочкой. Залезать. Да, так? Он, знаешь, он тут садится, и на него пацаны палят такие. Найс! Так они убегают, нет? Ничего страшного, привяжу. Пру-пру, восьмерочка. Перевязал. Плюс 5 хп. Нормально. А, да-да, 5. Кто это там? Минус тряпки. Жалко. Все, на этом ты закончил? А помыть? Почему я не мог их помыть вот в фонтане? Аутист. Да мне добавлю. По-моему, твоим ником все сказано. Что, все, я заканчиваю? Ну, типа это, ход. Все, теперь Рич. Рич идет. Рич тупой. Рич, иди на бандитов. Не трогать Рича. Рич добрый. Рич умный. У нас крестьянин, а этот бездомный моется, да? Да, он моется. Этот пытается тоже попасть. Ебучий воин, блядь. А не, он типа такой палит, ля. Рич большой, наверное, попаду в него. В то же время главарь разбойников тоже идет такой, типа, и решает нанести первый удар. Жесткий. С одной рукой. Да. Да. Ему минус сколько, как бы, броску? Ну, он и так попадает. Да. Куда? Оооо! Сбивает шлем! Перед ним такое лицо! Испуг, все. Просто... Инфаркт! Страшно. Сердце не выдержало. Можно шлем забрать его? Ход Рича. Рич пытается, типа, тоже ударить его. Контратакует. Причем. Тоже здесь. Куда? Нахуй нога. Минус левая рука. Он пытается... Правая нога. Здесь... А, не, стоп. 8 плюс. Дядя, уворачивается. А почему Рич не уворачивал? Он опять увернулся. Рич, он более в силу. А вот этот более в ворот. А, более ловкий? Да. А почему так охотник такой может... тупой и не стреляет на вскидку? Потому что он тупой. Ладно. Охотник пытается попасть на скидку. В дом попал. А три это не критическая неудача, дядя. Три это неудача. Не, попасть типа. Ну да, в дом. Ну ладно, допустим, он. Деда прострелил. Он попал в дом. Косоглазие. Мать не руки. Вот разбойника. Он пытается атаковать тоже. 11. А вот это уже крит. Дальше заметить. А у него рука одна сломана.
Блять, со стрелой в руке. Но он, типа, попал все равно. Рич. Блять, там такие, нахуй, на коленнике, я думаю, там ему не очень так больно. Ранен. Они оба ранены. Нет, Рич. Отдай мне свой меч, я его продам. 12. Можно отпивать молодого? Минус один. Минус нога. Уворачиваться, 10 надо. Если сейчас он не увернется... 12! Да. Как он живет? Он откидывает. Он свою ногу уже два раза засейвил. Одну 10. И ту же ногу. Как они кидают, о боже! Так, я пытаюсь прийти в сознание. Нет, пока что здесь тело, драка. Блядь. Тело, Витя пиздит! Как же жестко! Рич атакует. Это был его последний уворот. НПЦ тащит всю команду. 8! Увернулся. Попал. В руку. Он, кстати, в ту руку, которая уже была ранена, дядя. Блин, топил с челика. Все, пошли на войну. Не получается. Он, короче, рубит ему руку. Погоди, это Рич рубит руку? Да. Так у него уже эта рука была отрублена. Нет, она ранена была. А, окей. Там стрела из нее торчит, он ее там, знаешь, по стреле так... Рубит руку. Вы бы слышали его крик. Вы бы просто слышали его крик. Просто. Все, без руки. Но он типа может сражаться, он сильно ранен. Вот это столько крови. Пизда. Он опять атакует. Кизда. 8. Допустим, попал, ладно. Ему баф дался за ярость. Ранение? Руку. У Рич счета нема. Ладно, допустим, попал в руку. Ему тоже больно. Терпич бьет. Я достаю 11. Попкорн и начинаю жевать это. Этот бой смотреть. 9 надо. Просто снизу вверх просто. Попалашь. Он не бандит. Мёртв. Пацаны, бежим лутать. Хорошо, он не главарь. После этого. Так, короче, видите просто лицо Рича? Это вообще нечто. Инфаркт. Я пытаюсь прийти в сознание. Так, нет, стой. Да. Давай. Понял. Не получилось. Давай. Удачи. Бандит-лучник. Он пытается бежать, такой типа, да. Перекатывается, видит Дарзира, пытается сделать квикшот. Квикшот. Промахивает. Да тут близко, думаю. Промахивается, yes. Да троечка, дядя. Это вот думаю. Так вот. Там без разницы как. Промахивается. В то же время бандит... Нет, они еще не вышли. В то же время бандит-лучник это видит, и он тоже пытается сделать выстрел, он теперь не... Вот это выстрел! Отличный выстрел! Давай я немножечко просто поверну, вот так. Ну он попадает в своего. Это не крит. Ну так он все равно по траектории попадает в своего. Нет, в смысле? Так он промахнулся. Кастрированный, да. Выкинь на уворот, блядь, эти тридцатка. Ловкий ублюдок. Шо? А, они убегают? Что? Да. Они стреляли, да? Он попал по мне или нет? У нас тут один спит, короче. Может, он кровью дотек, ребят? Давайте пожалеем парня. Давайте допросим его. Голосую за допрос. Так. Короче, пацаны, да. Внезапный переворот сюжета, прилетает дракон. Призывается демон Диабло. Да, играем в Диабло. Короче, все они бегут. Оставшиеся. Все? Делайте то, что хотите. Я, короче, подбегаю. Пришли тоже его. Да, все. Вяжем пацана. Можно этого? Блять, я пытаюсь поднять к
каджета без сознания, который... Подожди, Антис, ты заходишь и видишь чисто порванный, окровавленный труп. Да блин, я его допросил. Кто его порвал, блядь, ебучие крысы ломбарды? Это не я, это не я. Это призрак ветерана. Сила, вот да еще. Я пытаюсь ну, обыскиваю его. Взорвать его, облутать его. Мой бог. Кидай кубик 1 до 6. Кидай многоножка. Так, 1 до 6. Вот он. Вот он. А, ты D6, D6, не D12. Окей. Ты находишь артефакт. Чё за артефакт? Сейчас скажу, какой артефакт. Хоть бы на ману, хоть бы на ману, хоть бы на ману, хоть бы на ману. Сейчас дам этот артефакт. Так, мана восстанавливается после боя? Мана нет. Я вышел и безнадежно. Шатмяу. Можно разбудить этого каджета? У меня ж перегар после этого, после пьянки. Можно я на Да забери чё. Сделаю это на бутылку посажу. У меня в инвентаре есть. Посажу на бутылку. Мы братья стрелки, дядя. На которую ты сам посажу. Чистая вода. Я ну смотри, у меня даже улыбка есть, ну дядь, ну что ты, не доверяешь. Я кидаю кубик из бессознательного состояния. Вот, артефакт. Ого, ого, ого! Блядь. Я думал, у него два клипа. Плюс один к силу. Я думал, у него два клипа. Ну там один сломался. Один ушел вместе с рукой в небытие. Вот типа с двумя, что ли, ходил. Мечами? Вот. Инфантерия берет. 25 урона. Окей. А что, кто следующий идет? Я пытаюсь разбудить каджета. Вдохнув на него своим перегаром. Шатмяу. Будешь. Бужу? Автоматом. Просыпается. Надо было сразу так сделать. Ворфа на бутылку. Лутаю бандиты, которые... луком стрелял. Так, стоп. Я сажаю дворфа на бутылку. Как-нибудь в следующий раз. Находишь? У него 10 монет. Я лутаю труп. Я лутаю труп бандита мертвого. Так, стоп. Можно я залутаю? Давай я лутаю. У меня удача 6 пацанов. Дайте я залутаю. Я хочу залутать труп бандита. Я хочу залутать этот труп. Я хочу залутать вот этот труп. Все, кто первый ходит? Паладин. Окей. Паладин? Ходи ты. Минус репа сейчас будет, чекайте. Труп паладина. Минус репа будет. Ну, шо поделать, ему это, добро это ему уже без надобности. Зачем оно ему нужно? Зачем ему репа, реально? Это ж кот. Слышишь, кот, иди обыщи ветеран. А что там у него будет? Да не, у него... Весь мораль. Я хочу паладина обыскать. Он обыскивает палку. Шутмя, ты тут? Дай кубик. На, держи. А кто смотрит это, что... А, ну да. А. 4. Паладин, находишь у него новую пальтишку. Я лутаю вот этого. Я лутаю труп бандита. Сейчас дам какое. Шо вы такие злые-то, блядь? Дайте я залутаю. Вот после Антиса. Ну, я должен. У нас прожвоз, ну или как мы считаем? Вообще, я просто на первый ходил, не был без сознания. У нас была Антис, потом я, потом этот... Не помню кто. Так, вот. Халява. Окей. Ну говно, короче. Я лутаю бандита. Кому пальто халявное? Мне, давай, я вообще на голое тело хожу. Давай мне,
Лутай! Не, мне двор больше нравится. Понял, стой. 1d6. А двор честь же. Не, двор стоп. Боже, спас жизнь. Боже мой, блядь, это пойдет! Это пальто слишком длинное для тебя. Урежу. Я знаешь, я как этот... Бюрера, помнишь? Точно. Шлейф пыли. За собой тянешь там, не знаю, полметра, да? Ткани. Я хочу разбудить Джона, вдохнув на него своим перегаром. Так он не зря, он при смерти. Я тоже был так выше. Сознанием. Да? Думаешь, что добьешь? Бандита. Пусть идет спать. Шутмяу. Я лутаю этого бандита. Серьезно? И еще... Я хочу обыскать. Я лутаю этот труп. Погоди, сколько еще трупов доступных осталось? Вот, мой друг. О, дедуля, 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 привет. Подошел сзади к дедуле, прям. Все, я лутаю этот труп. Привет, дед. Заебали. Хотя после того, как призрак работал челика, мне не очень хочется его лутать. Вай, дядя выкинул 6. Я хочу деда залутать. Чего себе? Шо, дядя, я только что сказал то, что я лутаю труп. Шо? Не обращайте на меня. Просто здесь... Пиздос. Шо ты сделал? Одни дауны. Верни мне 6. Сидят? Чего, сер, давай. Я не даун, я нормальный. Ты шо, дядя? Я тебя замысел, короче. Давай, сер, чего? Отставь этот труп, выкинул 4. Так, погодь. Я еще всех замучу. Давай, чего? Я чей? Я лутаю этот труп, кидаю еще раз, блядь, заебал. Давай, кидай. О, блядь, даже лучше. Пока. Что там есть? Ну, берешь 25 монет, допустим. 20 монет, нормально. Нормально. Что дальше? Сразу видно, кто ЧСП. Это мои трупы, я их убил. Я лутаю. Вот Аня сейчас ветерана лутает, вообще не признает его заслуг на Вьетнаме. Лутай. Шот, глянь дискорд. Ему уже не нужно, ему же его вещи не нужны. Правильно, теперь правильно. 10 монет. Хотя не, 5. Пять. Он бездомный все украл. Пошел купаться в фонтан. Лё, нахуй, блядь. Вот, я шестерку выкинул. Дайте мне мою шестерную вещь. Почему она не работает? Кидай. Кидай кубик. Он 6 выкидывал уже. Ну, блядь, только что я выкинул. Не я не видел. Я не видел. Кидай 5 кубик. Такую, блядь, вещь просрал. Давай, отдавай. Топор, да? Берешь топор. Кольчуга охуенная. То есть, нафига мне топор? Да пересморк, наверное. А белый это у нас кто? Белый у нас маг? Белый маг, да. Огненный. А, не, не. Горящая топор. Кошка, да. Слышишь? Слышь, маг, давай поменяемся. Мой плащ на твой плащ. Где мой лут? Подожди. Так, на, бери колу и еще 20 монет. Нормально. А, 10 монет. Я злой сегодня. Гэм ЧСВ. Люди какие-то летают. ЧСВ ГМ. Сморк. Я лутаю бездомного. Ошибочка, он лутает тебя. Потеря 20. Когда ты лутаешь бездомного, то он лутает тебя. Ты у него 5, он у тебя 20. Нет, знаете, как говорится, если долго лутать бездомного,
то он начнет лутать тебя. И у него появится дом, да? Ой. У него очень крутой меч появится, тяжелый, да? И он обладает магией. На самом деле это принц. Ёбаные маги. Ёбаные маги тоже так думаю, ёбаные маги. Ты что про магию сказал? Не превращай меня в лягушку, пожалуйста. Маги ЧСВ. Ангел ЧСВ? Маги ЧСВ. Маги ЧСВ? Да. И выше... Ангел ЧСВ. Так, слышь, я на тебя безумие сейчас нашлю. Я тебе две стрелы в голову пустил, одну в очко, другую в голову. 12, и ту, и другую. А как там Аскаджит подживает, он все еще кастрирован, да? Да. Да? Может, ему врача найти? А то у него, наверное, там кровотечение. А я привязался? Кровь остановить. Чего? Я беру в руку бутылку. Подхожу к темному эльфу. Отходишь. Сажаю его на бутылку своими ловкими руками. Для начала я обыскиваю три трупа, которые стоят здесь, и я рядом с ним. Кого он там сажает? Посади. Эльф садится на бутылку. Эльф садится. Эльф сосает. Погоди. Подписал на бутылке, да? Посадил бутылку на эльфа, окей. Посадил бутылку на эльфа. Товарищ ГМ, товарищ ГМ. Чего? Вы можете обратить на меня внимание? Здесь очень сложно на тебя обратить внимание, потому что здесь столько обезьян, что просто... И эльфов! Тут коты! Давай, чего? Вот, я здесь. Я лутаю, вот, раз, два, три. Кидай три кубика. У меня восприятие 6. Молодец. Удача 4. Это здесь не влияет. Давай, кидай. Удача 4, да. Кидай кубик! Я сейчас за тебя кину кубик. MLG! Можно перебросить, ну, трио? Нет. Ну, бля, ну, дядь. Найс эльф, пацаны. Девятый, короче. 20 монет записывай. 20 монет себе. Как вам новый эльф, пацаны? Нормально. Где я? Где моя иконка, я потерял? Бутылку верни, сука. Это кто-то... Сука, верни бутылку, да? 12 засовывал. Я себя потерял, где это, ебать его. 2, 3, 5. 5, 4, так, 2. На тебе меч. Меч. О, кайф. Я тебе кинул. Двуручный? Да. Вот сюда. И, допустим, что-нибудь из одежды. Бля, говно какое-то. А, во. Ребят, тут у разбойницы был лук, слышишь? Дашь мне колчан хотя бы или стрел? Это стрелять на, нечем. Стойте. Видите? Ой. Три кубика металлических. Что я такое, блядь? Я нет. А он есть. А их же нет. О, во, ебать, вот. Ой. Ну, блин, дай мне это тоже стрелу. В чем проблема? Почти. Бездомный меня поддерживает. Ладно, ладно, не будем страдать херней. Бездомный купается дальше. За ВДВ. Сено фонтан! Вы понимаете, вы выглядите как идиоты, блядь. Разные. Так. Все стоят и просто в кругу так на вас есть. Смотрят. Как-то долбоебов. Так что? Так и есть. Пока мы друг друга сажаем. Командир, давай. Так, стоп. Опыт. Ну так что?
Опыт, 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 опыт. Опыт, 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 опыт. Всем по 100. Левел ап! Сделал меньше всех до листу, охуительно. Серж старался больше всех. Да, Серж просто топ. Скалолаз, блядь. Будет задание в горах, отправляем Сержа. Плюс один уровень? Да, левел. Левел? Левел ап. Че, был левел, нет? Да, левел. Еще. Ну, пусть ГМ скажет. Добавьте себе 100 опыта. Где? Есть. Вот так. 100 опыта или 200 должно быть? 100. Нет, мне больше всего понравилось, как воевал Джон. Он был такой отважный. Вы знаете, мне понравилось то, что случилось в конце с темным эльфом. Это самый топ. Смотришь на бутылку, смотришь на темного эльфа. Бутылка темного эльфа, да. Как темное пиво, только темный эльф. Ну так что, мы будем играть? Два речи. Давайте продолжим. Молодцы, ребята, я вижу. Молодцы, ребята. Мы очень хорошо сражались с этими подонками, разбойниками, тунеянцами и пиздоболами. Мы отстояли честь этой деревни. Пора это осветить! Закидали. Рич, ты истинный герой этой вселенной. Пожалуйста, одень шлем, я очень боюсь, и мои соски напряжены. Крестьянин, ты так ни до кого не дошел. Но ты был молодцом, ты стоял и прятался как мог. Оруженосец, ты воевал как истинный воин. Воин. Охотник, тебе надо подучить ловкость. И стрельбу тоже. Охотник, брат охотника, который охотник. И сестра. Небось, битва закончилась. Меня охотник на 40 ударил. Но тебе тоже надо попрактиковаться в стрельбе. Тебе тоже знаешь. Разведчик. Разведчик. Красавчик с братом-шаманом. Про себя такой, ты принял на себя удар и закрыл с собой брата. Антиз, блядь! Иди нахуй! Антиз, ты Антиз. Дал... Мне похуй. Вы пришли к нам на подмогу, как истинный герой, блядь. Истинный герой, не могу удержаться. Ай, поцелую. Бездомный, ты искупался. Дарзир. Дарзир, я не знаю, как теперь будет твое имя на женском. Мы будем молиться богам, чтобы они сражались над тобой. Но ты сражался как истинный кусь. Истинный кусь. Темный кусь. Последний момент был не обязателен, но да ладно. Но ты как настоящий маг доказал со своим другом Антисом, что вы из одного теста, точнее огня. Только один по мозгам хуярит, другой огнем. Шуточка! Только один огнем, а другой на бутылке сидит. Астольфа, ты отличный симулянт.
Всем спасибо. Вы отстояли честь этой деревни. Вы все герои в моих глазах. Пошли в пивнушку. И в моем пивнушке надо выпить. Что мы как лохи? Надо выпить. Все, в таверну идем. Идете в таверну. Единогласны. А что за левелап дают? А что за левелап? Все бухать. А что, был левелап? Я пытаюсь перепить... Погоди, левелап. Че мне за левелап будет? Так, вы бухаете, подождите. Я пытаюсь перепить... кого? Рича. Меня. Кого-нибудь. Не, подожди. Кто? А я на улице остался. У тебя денег нет, я с тобой не буду пить. Я пытаюсь перепить Рича, потому что у него мои деньги. Влетел, блядь, с двух ног. Что вы делаете? Да ни хуйней страдают, берут кубики, блядь. Поудаляю. Где мой персонаж? Опять он потерялся. Вон. Блин, класс. Вау, зато сделали. Кстати, нужно сделать еще один квест, хотя бы это мало. 10 часов выполняли. А идти танцуют, это верно, да? Я тебя не брошу. Можно? Да, можно. Я... Где мой персонаж? Так, сейчас только кубик достану. Ребят, давайте свою потасовку такую. Бухай, бухай, бухай. Бухай, бухай. Ухай, вот. Ну ладно, два кубика. Два кубика, так два кубика. Правила те же. 9. 6. 3-3. Дальше давай. Ну. 3-2. Он тебя перепивает. О! Перекидываем. 2-2. Дальше. А, сука! 2-1! Я должен выжить! 1-1! Мама! Боже! 8-9-10-11-12! 5! Я в говно! Блять, вам, кстати, нужно еще 200 монет. Посылка бесплатная, что ли? Я так понимаю. Молчи. Да, бесплатно дай. 200 монет! Мы победили, мы тут главные. Что, мы на халяву, что ли, этот квест выполняли? Где 200 монет наш? Ну. Нам? В смысле, чьи? Да. Вы ничего не брали, у вас нету квеста, дядя. Ну, то так... есть, то есть мы на халяву сюда, что ли, пришли? Да? Да. Чё? Бля. Вы мне помогли, спасибо, ребят, за квест. А вы меня видите в таверне? Так, почему как будто выжмёшься? А где гном? Так, мистер Грэм. Я бью по ебалу дворфу. Оба в минус. 7. Давай себе тыки догну. 8. А Каджин сидит один. С ним никто не будет. Я слишком пьяный, чтобы воспринимать урон. Я знаешь, я такой, вот кулак сжал, да, и руку не напрягая, просто, знаешь, я так махнул в его сторону, так. Паровил. Дай ему еще раз. Че они там в одной комнате все делают? Дядя, 10. Зашли. Рыженосец сама. Так, все, тихо. Короче, хватит страдать говном. Здорово, короче, гном. Спасибо за то, что ты нам помог. Вот твои 200. Можешь себе... А наши деньги где? Ваши деньги в городе. Благодарю вас. Мы это запомнили. Спасибо, спасибо, что спас нас от России, значит, все дела, все. Это не один он! Это не один он сделал! Это сделали мы! Делали мы, где наши деньги? А это уже к гному как бы обращаться. Что мы делаем за гному?
Гном ушел путешествовать. Гном, мне надо срать, я не буду брать твои деньги. Хорошо, ищите гнома, я тварь. Ты просто отличный. Отличный человек. Ага. Че дальше? Ну шо, все? Куда пойдем? Ну, погнали в город, наверное. Слышишь, Кристиан, у тебя еще задание. Давайте есть. Посмотрим на карту. Улетел. Собачьим. Пока. Как вы делаете это, кстати? Что? Флик. Короче. А, запрети, короче, фликать. 6. Options, permissions, flicking. Уху! Бля, ты что, честно? Бля, честно. ЧСВ. Не, ну рисовать ты разреши. Не-не-не. Нахуй надо, не надо. Где я, кстати, теперь? Вот. Левелап, левелап. А что нам за левелап? Нам дают перки там? Или это каждые три? Сейчас все дам. Давай, подождем. Ах, тяни, ладно. Ангел. Смотри, короче. Либо ты вкачиваешь себе что-то вот из этого, не перки. А вот именно здесь что-то. Именно вот этого, да? Либо прокачиваешь себе скилл, либо, типа скилл, либо новый скилл получаешь. Давай новый скилл. Именно скилл. Не паси... Ну вот другой, этот вот, да? Другой, да? Ну уже. Да, вот еще, чтобы там... Либо в пассивку, либо в скилл. Сейчас он там 4 штуки на выбор. И все одни и те же, только разность этот. Ливень стрел. Очко судьбы. Давай ливень стрел. Это моя обилка. Отправить стрелу зрительскому залу, да? Очко. Зрительский зал? Дай тебе. Бля, меткий выстрел. Я сейчас себе такой. Я уже сам себе такой выстрел придумал. Выстрел. Управляемая стрела, знаешь, так, под 90 градусов, чтобы залетела в дом и налево повернула. Как в Assassin's Creed? Да. Нормально. С Assassin's Creed. С Assassin. Нет, ты. Он кидает мои кубики, товарищ ГМ. Ну, мудак, чё сказать? На. Что сказано? На. Ебать. Может, не надо? А мне на это мало приходится тратить? Сейчас, да-да-да, сейчас. Да ты не! Я трупу! 20 маны. 20 маны? На одну такую стрелу. Не, ну нормально, кстати. Ты чё думал? Бля, мне стрелу потрать и ману потрать, а ты... Не. Дал бы хотя бы на выбор. Хотя бы пассивку. Да ты сам, ты же сам сказал скилл. Ну хотя бы одно из двух. Ну ладно, ладно, всё, пойдём. Дальше мейл. Чего тебе надо? Либо что-то из этого, либо скилл. Либо пассивный там, бла-бла-бла. Что хочешь? Либо же апнуть скилл. Так, еще раз. Вот, либо это. Либо грамотно. Что я могу вот тут вот сделать? Повысить, либо меткость, либо урон. Либо меткость теперь, ближнего, либо блок, либо... Меткость по кубику, в смысле? Ну да. Так мы кубик не читали? Меткость стрельбы, блядь. Нет. Читали? 25%. Меткость бой. Она как считается? Мысля. Ну, попадешь ты, чтобы чувак вернулся по твоему удару или нет? Если у него ловкость уклонения выше, удару, чем твоя меткость, то он уворачивает. Нет, не так это работает. Тогда я тупо. Сморка. Сморч. Грэм, убери. Либо ману, там блок. Все, что хочешь. Какую? Вот весь стол убери, пожалуйста. Спасибо. Убирайте. И мусор всякий. И себе забирайте. Ой. Ну, давай, чего? Давай, пожалуй, этот... То есть вот это оно не качает? Не. Только вот эти.
Так, ты говоришь, как часть ближнего боя считается? Мы же не кидаем на нее отдельно. В каком смысле считается? От кубика, типа, чем? Чем больше процент, тем легче попасть. Меньше кубик. Тебе всех этих бандитов оставить куда-нибудь? Плюс меткость. Да не. Зачем мне они? Да пусть тут поваляются. Да нет, смысл. Я качаю меткость. Вот Рича можно оставить, потому что он еще встретится. Еще встретится? В больнице, я полагаю. Ты, блин, парочка. Да нет. Сколько я качаю за... Если я прокачаю ману за один раз? 5 или 10? Чего? Где? Мана. Если я ее качаю, 5 или 10? 5! Давай ману. Плюс 5 маны максимум. Пиздец. Ну и еще, допустим, просто ману. Дальше. Антис. Я усиливаю себе скилл. Дыхание дракона, да? Угу. Второго уровня. Спрятался в тени. Теперь он стоит 40 маны. Я думал 30! А что изменилось-то? Урон больше. Он стал мощнее. Чуток. На капельку. На полшишечки. На 5 маны мощнее. На полшишечки. Сильнее прямо, типа, он стал жестким. Ну, типа, жарил в 100 градусов, сейчас в 300, да? Так, а куда? Жарил. Назад. А сейчас жарил туда. Раньше Дядя, моего персонажа удалили. Не удалили, он спрятался. Квест. Хочешь магию? Хочешь магию? Я вот луку достану. Сморк, где же он может быть? Сморч. Нужно. Короче, ладно, Серж, давай, чего тебе надо от жизни? Так. Спрятал. А если скиллы потом на выбор? А, да, на выбор. Нет. Да, я да, удачи. А, блин, я качаю взлом. Взлом второго уровня, теперь ты умеешь взламывать. Легкие замки. А раньше что было? Простые. Простые легкие это разве. Это. Простые проще, чем легкие. Да я. Где я? Аутист. Шо? Как я хотел? А что можно выбрать вообще, я прослушал? Либо что-то из этого, либо скилл. Угу. Давай скилл. Пассивный, активный какой? Ну, это боевой. Активный или пассивный? Да, активный. Активный или пассивный, да. Активный. Вы пассивный или актив? Мне, пожалуйста, я? Да. Все понятно. А можно я изменю свой выбор? Можно я изменю свой выбор? Нет. А если да? Нет. Можно я выбор сделаю, пожалуйста, как на выбор? Нет. Можно я не буду голосовать за Путина? Нет. А за донаты? На выборы не выстили. А за донаты? Сейчас такой ФСБ приезжает, не бейте, пожалуйста. Шотмял. Сколько стоит один левел в рублях? 50. Да. Так, блин, где моя карта? Давай, донать. А я ведь могу. Давай, донать. Ну, ты же тут донат. А я ведь задоначу. Давай, донать. Шутнёв продался, Что-то я вспомнил, этот, как она называется, Electronic Games, по-моему. Да. Пацаны, куда донатить? Кейсы можно покупать. Шо, прям, куда донатить? Скинь ссылку.
Это же идея, миллион. Ее, Battlefront 2, давай теперь опенкейсы делать. Да, чтобы открыть, вам нужно купить ключ, да? Чтобы открыть этот сундук. Шот мяу, куда ты носишь? Скинь ссылку. Там, на донейшн, наверное, какой-нибудь. Так, активный, вот. Блин, можно я тоже буду ролищиком? Я хочу быть геем. 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 Поэтому я просто как напоминание оставил, чтобы вы, вы, кстати, удалили Джона. Нет, я его перенес. Он вот он стоит. А, окей. Я ему напомню, вот у него этот поднять уровень оставил. Конечно, подниму. Ничего не писал. Вы заметили? Только я и Мейлин нормальные, а я Антис. Все остальные, блядь, другая сторона убита нахуй, блядь. Я маг с самым мощным оружием в команде с плюс один силой. И с кухонным ножом. Да. Найс. В правой руке, в левой руке, да. Еще заклинания кастует при помощи них. Кошмарно. Боевой? А я смотрю, в деревне есть кузнец? Нет. Торговец. Деревня говно. Деревня, знаешь, там... А зачем мы это газ очищали с ТП? Ну, кстати. Там есть гильдия авантюристов? Ой, так это деревня, даже не город, ты шо? Гильдия? Есть гильдия, да. Есть лавка. Есть лавка? О, пошли в лавку. Погнали в лавку. Сели на лавку. В лавку. Я прихожу в лавку, спрашиваю. И нужна помощь в чем-нибудь? Нет. Вообще да. Здравствуйте, мы авантюристы. Мы помогаем за определенную плату. Вам нужна помощь чем-нибудь? Вообще-то, есть, конечно, помощь мне. Весьма неплохо. Интересно, да? Шатмяу. У меня огненный выстрел, он перманентно заряжается. Мне не нужно, да, кидать там их на зарядку. Просто... Молотовым обливаю, поджигаю. Да. Снизь молот хотя бы на 10, дядя, но это вообще нечестно. А ты что думал? Я не ебучий маг, блядь! Повысь интеллект тебе. Я тупой, чтобы это делать. Я тебе могу стрелу огнем зачаровать. Не надо. Поджечь стрелу. Я в лавку... Это... Покажите, что у вас есть на продажу. А что надо? А мне надо, знаете, лук. Лук, конечно, есть. А какой есть? Эльфий, который из красного дерева есть. Ну вот, чтоб в 200 монет моды уложиться. О, вам красное дерево случаем не нужно? Красное дерево как раз стоит 200 монет. С красного дерева лук? Да. А дайте на него посмотреть. А что за тетива там? Заткнись. Тетива? Обычная тетива, ты что думал? А из чего она сделана? Достает. Мяу. Шатмяу. Это конский волос? Шатмяу. А. Чекай 100 рублей. Чекаю, где? Ссылка на Twitch канале есть. А ты ничего на него не написал, дядя. Я написал, не надо. Дядя, это просто лук из красного дерева? Да. Ну что? Блять, убеждение, сука, ушло нахуй, блять. Бля, Серега, Серег, ты... Он, короче, мне кинул 100 рублей. Лоудаун. Да? Бля, где мой 2 левела, нахуй? Пацаны, кому надо? Блин, 2 левела. Могу скинуть. Серега, ты такой, да? На 2 левела. Да верни ему ты. Да верни, чё-то, блядь. Донейшн. Смешно. Верни ему деньги. Богатый, что ли, Серег?
чуток есть. Ладно, верни сотку. Саня, тебя случайно не Саня зовут? Саня, верни сотку. Саня. Бля, че слышь. Бля. Давай, пить любишь? Костенёк. Два левела, давай. Пить любишь? Я? Нет, я вообще-то разговариваю с Лавкой. С торговцем. А шо? Славка! Я описал, разговариваю там с ГМом невидимым, ржут по полу, катаются, ебанутые. Давай я тебя перепью, и ты мне что-то даёшь. А если я тебя не перепиваю, то лук дороже стоит. Слушай, а может в картишки? Давай в карты, короче, на изи. Я тебе с полем выиграю. Давай в картишки перекинем. Давай в картишки. Ебать, торговцы прибежали. Цыгане, давай играть, давай пить. Это моя идея. Слушай, слушай, слушай. Давай мы выполним для тебя задание, а ты нам скидку сделаешь на этот лук. Вы будете для меня пару заданий и будем на счете. Сука. Благородство играть не буду, как бы. Так шо, Шитмяу, чё там за задание? Фу. Короче, здесь есть лес один, и как бы нужно... Охуеть, короче, охуеть, деревня в лесу находится. Лес. Охуеть. Здесь. А где второй лес? Да. Окей. Показывай, ну и что где делать в лесу нужно? В окно тыкнул там. Так, 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 где, где? Покажи еще раз, я слепой. Где лес? Что вы там делаете? Сейчас покажу. Вы сейчас вот тут, а вот лес. Мне все зависит. Лес вот тут, а вот. Ну и что? Короче, ну, хороший лес. Сюда хороший, да? И короче, там взять... Цветочки, понял, короче? Какие? Вот. Ну, как они, цветочки короче... называются? Вы сейчас сбор цветов, блядь, в кровавую баню превратим, ребята, вы знаете. Опиши мне их. Ну, короче, такая хрень, знаешь, типа, такая фиолетово-синяя, и из нее, короче, еще голубые такие хрени вылезают, понял? Я начитанный, я пытаюсь понять, что за цветок. Я начитанный, у меня 10 интеллекта. У меня грамотный. Кидайте кубик. Ну, у него грамотный. Дядь, я торгуюсь и, короче, даю ему эти 200 монет, блядь. Сука, беру этот лук, блядь. Нахуй с ними торговаться, блядь. Ебал я их в рот, блядь. Я-то, блядь, плесенью покроюсь, пока места не договорятся. Ну все, потише, потише. Шо там? Блядь, два лука, нахуй. С двух рук стрелять. Шо там? Не, ну ложишься на спину, заряжаешь. Я 10 выкинул. А, окей. Ну, ты, короче, понимаешь, что этот цветок зовут сифилис. Сифилис? Сифилис. Да. Нафига его брать тогда? Нужен, короче, для зелий. Каких? Отравляющих? Нет, просто какие свойства он дает? Хил. И сифилис. Расслабляющий эффект там, да, типа. Окей, я понял. Не знаю, ну да. Допустим. Беретесь? А да. Что он нам за это будет? 200 голды. Нет, погоди, что нам за это будет? Голда будет. Сколько? Интересно, да? Ну, думаю, за один такой цветок, я там 50. А вот если мы миллион найдем? Слушай, может ты что-то не договариваешь, может там разбойники или подвох какой-нибудь есть? У меня подвох. Да нормально все, ты что ты везде ищешь подвох? Нормально все, да. Самый обычный... Подвох есть только у меня. То есть прям чистый заповедник, да? Ни одного разбойника. Ну конечно там что-нибудь будет, типа медведя, ну что ты... А почему ты других не пошлешь? Потому что мы сюда... Мы сюда...
Ебать, они тупые, блядь, 10 денег-то. Зашли, спросили, у тебя есть работа, да? А чё ты её другому не даёшь? Другие... Какие дауны на 10 денег-то, блядь? Персонаж умнее, чем игрок. Охуеть. Смурк, что ты ее другие не даешь? Окей, ладно. Тебе прям сильно нужны эти фигни? А ну ладно, похуй вообще. Хорошо. Где мои два левела? Бля, убери эти кубики. Это твои два левела. Подпиши левел. ГМЧСВ, дай мои два левела. Господи, ну ты... Чё? Голосуем, короче, давай. Чё ты делаешь, дядя? Я против. Я согласен. Сейчас ком взорвётся, уберите. За левел, а кто за то, чтобы я ему вернул? Верни до бабло. Давай. Левел ему дай. Дай ему левел. Левел. Бабло. Левел. 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 Давайте пойдем на задание. Сотка не так сильно важна. А, нет, не делай ничего просто. Да. Забери все деньги и все. И улетай в Японию, блядь. В Мексику, да. Мы, короче, говорим этому кому торговцу, что мы берем задание. Что? Ну, берешь. Допустим. Так, сейчас я здесь. Что? Напишу. Бля, где мы идем, левел? Гопа делаем цветочек, сделаем его, это типа фальшивка. Да бля, это наверное спалится, дядя. Ну, может быть. Ничего может быть. Наверное, он знает, как они выглядят, если он нас за ними отправляет. Мы очень хорошо сделаем его. Вот мы понесли. Главное убеждение прокачать. Короче, все, я уже устал. Что, все, что ли? Да, все. Мы уже 3 часа играем. Ну, дядя. Больше. Быстро время пролетело. Мы ни одного квеста не сделали. Мы ни одного квеста. Класс. Спасибо, ребят, за деньги. Да, короче. Ну, все, пацаны, спасибо, спасибо, да, пацаны. Что лук дает? Что лук дает-то? Чё? Что лук я дает? Лук купил. А ты взял его? Да, я вон 200 монет отдал. Ого, жесткий. Да он... блять, пока вместе с этим. Если договорились на выпивку, то мы эти, блядь, уже задания берут, нахуй. Где мои два левела? Я еще в плаще, блядь, я еще в пальто, блядь, запутаюсь, нахуй, и упаду, нахуй. Блять, капюшоном лоб запью, блядь. 20 урона. 20 урона и все? Неплохо. Это мой лук. Нормально. А вот этот ему можно продать, лук старый свой? Да, можно. Пусть забирает. Окей, ладно. Тогда... 50. Где мои два левела? Дает. Сколько? 50. Где мои два левела? Да не будет у тебя два левела, отстань. ГМ числе. Стрелы будет закупить. А ты донатер, донатеров тут не уважаю. Да на травы по лицу. Не уважают больше, чем ГМов даже. Опа, кто-то скилл потерял. У кого-то уровень потерялся. Серега, а где твой левел? Слышишь, между прочим, я задание выполнил. Мне опыт за это не полагается? Какое задание? Ну, я ж помог. Или там экспа не лутается? Так всем дали 100. Это забой. И за тебе левел, деньги дали. Задание. Ну, ладно, мы вместе уже. А какой ты опыт получаешь при выполнении задания? Есть за выполнение придача задания. Есть еще при том... Смотри, это то же самое, что в сталкере. В сталкере говорят, убей человека, вернись обратно. Ты приходишь, быть, убиваешь человека, лутаешь его. Это вот тебе раз опыт. Смотри, вот но... еще даю. Но в реальной жизни происходит опыт, ты получаешь в бою и на тренировках. Я бы мог к нему и не вернуться. То тогда бы ты не получил награду за выполнение задания. Опыт ты получаешь за все, кроме сдачи самого этого задания.
Здоровье системы. Да сам процесс. Что? Чё, блядь? А, мы по... я понял. Да, чё жёлтый происходит? Красавчик. Где мой левел? Где вообще свой левел? Гоф Стелларис или Бунт? Стелларис? Стелларис или Бан? Можно. Блядь, Стелларис, его качать надо. Я его удалил. Мне новая Стелларис. Версия нужна. Я не хочу. Все, короче, давайте, пока. Все, сейф? Давай, пока. Да. Давай, покинь. Ну все, пока, пацаны. Пока, пацаны. Давай. Пока. Давай. Все. Бабки получилось, все, пока. Завтра рулка или гейм ЧСВ? Да, завтра рулка. Рулка 5 числа. Где рулка? Все дела.